Привет, магазин «Техник Петербург». Сегодня лодочный мотор «Марлин». Мы официальные дилеры лодочных моторов «Марлин». У нас сегодня 9,9 МХС. Это тире пятнашка. Комплектацию сейчас будем смотреть. Меряем коробку. Коробка размер 1,10 м, 70 см, 40 см. Открываем. Здесь идет бак 24 литра с поплавком. Уровень топлива показывает. Есть. Дальше смотрим. Открываем комплектацию. Здесь, значит, ключи ZIP. Вот он. Есть. Чека. Есть. Здесь шнур. Болты для слива трансмиссионного масла. Прокладки две штуки, шпонка, крыльчатка и ручка. Идем дальше. Так, шланг. Значит, серия ProLine. На нее 3 года гарантия. Расширенная 5 лет. Здесь все это есть. Вот. Значит, гарантия 3 года, расширенная 5 лет. Вот здесь все написано. Есть. Дальше. Здесь идет еще отдельно ручка газа. Она снимается при транспортировке, потом ее очень просто установить, ничего сложного. Сейчас поднимем мотор, посмотрим. Вот он. Здесь дата выпуска. Сейчас будем смотреть дальше. Так, открыли версия ProLine 9,9-15. Значит, в этой версии шумоизоляция крышки на 30% поглощает звуки. Вот хорошая штука, здесь все проклеено, это есть. Идем дальше. Здесь японский карбюратор Made in Japan. Тайке есть. Значит, дальше стоит розетка на 12 вольт. Вот. Можно прикуривать. Как на прикуривателе. 12 вольт, розеточка есть. Все стационарно, все установлено. Также установлен тахометр. На румпеле стоит. Все есть. Дальше идем, смотрим. Здесь японские подшипники стоят. Смотрим винт. Винт стоит 9-й шаг. Комплектуется 9-м шагом. Винтом все смазано маслом. Здесь, смотрите, тоже все промазано маслом. Вот внутри классно все собрано. Свечи, все чистенько, аккуратненько, качественно сделано. Ну вот. Если берете у нас мотор плюс лодка, делаем хорошую скидку. Например, этот мотор будет комплектоваться вместе с лодкой с Max 400. Пойдет с мотором, будет скидка. Так что пишите, звоните, берите сразу лодки с моторами. Всем пока.